В выставочном зале галереи Щелковского историко-художественного музея открылся новый проект «Фото-185». Это выставка экспериментальной творческой мастерской Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого союза художников России. Она посвящена 185-летию рождения фотографии, 85-летию известного искусствоведа и фотохудожника Ивана Борисовича Порта. Руководитель и автор проекта Максим Киреев. Я рад, что в этом прекрасном зале, отремонтированном, мы имеем право выставиться первыми. Я считаю, что вот такое, как сказала Наталья Владимировна, наше многолетнее плодотворное сотрудничество, на которое я тоже надеюсь, что оно будет продолжаться, да, оно вот сошлось вот сегодня в зале в новом виде, да, и я думаю, что и зал, и работы достойны друг друга. Умение видеть и чувствовать – основа любого творчества, но не менее важно владение мастерством. В наши дни, когда мобильные телефоны обладают встроенными камерами, процесс фотосъемки стал простым и обыденным. Тем не менее, высокохудожественно остановить момент могут далеко не все. В Щелковском музее открытие выставки не проходит без творческих номеров артистов. Музыкальный комплимент исполнил Сергей Дедов, профессиональный гитарист, преподаватель музыки, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Познакомиться с искусством фотографии поближе в нашем музее можно до 26 октября. Мария Синина, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.